Порядка 5000 врачей повысили заработную плату в Шымкенте. Доходы специалистов, по данным городского управления здравоохранения, выросли на 30%. Сейчас средняя зарплата врачей в мегаполисе составляет 390 тысяч тенге. Оклад зависит от стажа, категории и профиля работы сотрудника. Повышение коснулось и среднего медперсонала, а это около 11 тысяч человек. Им сделали 20% надбавку. Рассчитывать на рост зарплат может и обслуживающий персонал. Добавлю, в этом году на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи Шымкенту выделили 109 миллиардов тенге. В следующих месяцах с индексацией повышенной зарплаты выдадут. В этом году мы закладываем более такие, скажем так, объемные суммы, чтобы обучить наших специалистов. Это будет обучение и за рубежом, и с приездом тренеров в город Шымкент.